Ольга Тарасенок – учитель иностранного языка. А еще она многодетная мама. Не понаслышке знает, что значит одеть и обуть ребенка, собрать в садик и в школу. Ни для кого не секрет, что не всегда удается выкроить средства даже на самое необходимое. А потому эмоции сына – бальзам на материнское сердце. Что это? Пластилин. Так, пластилин. А это что? Это какие-то раскрашки. Нет, обложки. Обложки. А это что такое? Краски. Краски. А это что? Пенальчик, наверное. Да, пенал. А вот это что? Карандаши. Карандаши. Еще покопайся, посмотри, что там. Ну-ка. Что это? Ого, какая здоровенная книга. Вот такие мероприятия великолепны просто, особенно для контакта вот друг с другом, познакомиться, посмотреть дети, чтобы между собой познакомились. Ну и плюс ко всему, конечно, такой подарок, это однозначно неоценимо, это огромное спасибо организаторам. Мы первый раз на таком мероприятии, и вот ребенок, видите, вот он сидит, увлечен уже разбором этого рюкзака. Эмоции самые положительные, организация на высшем уровне, нам все очень понравилось, очень. Кому, как не женщинам, близки и понятны насущные проблемы и хлопоты матерей, связанные с их детьми. Именно поэтому подарить хорошее настроение брестским многодетным семьям накануне учебного года решили представительницы Брестской городской организации «Белорусский союз женщин», Брестской областной нотариальной палаты, а также Управления по труду и социальной защите. Акция «Соберем портфель в школу» – это первоклассники из многодетных семей, из семей неполных, из семей, которые нужно уделить внимание при подготовке к школе. Эти семьи, они понимают, что им нужно подготовить ребенка и не только канцелярскими товарами, но и, конечно, морально и эмоционально. Вот сегодня мы сделали такой праздник для таких семей, для таких детей. Серьезная задача стояла перед организаторами мероприятия. Радушно встретить, накормить гостей, каждому подарить частичку тепла и внимания. Для детей и их родителей был организован сладкий стол, и это стало прекрасной возможностью познакомиться ближе и пообщаться. Каждому маленькому гостю подарили портфель, а будущие первоклассники не смогли удержаться и тут же стали примерять на себя обновки. Мамы и папы с удовольствием помогали будущим ученикам изучать содержимое своих увесистых подарков. Мы уже не первый раз участвуем в этой акции, а сегодня на нашей территории проходит вот вручение портфелей, потому что неоднократно мы вместе с Союзом женщин, областным отделением и городским проводили эту акцию. Мы купили портфели, купили все, что необходимо в школу, собрали эти портфели и сегодня с удовольствием вручим детям. Наша общественная организация «Белорусский союз женщин» активно уже на протяжении многих лет подключились и проводят эту акцию вместе с родителями, вместе с детками, которые первый раз идут в первый класс. Вот сегодня нотариальная областная контора Анжела Юрьевна, она уже давно с нами сотрудничает, с Белорусским союзом женщин, и не только в этой акции, она участвует и Дню матери, и Дню пожилого человека, мы с ней выезжаем, и в интернатные учреждения. Иногда даже самый скромный подарок способен сделать его маленького обладателя, пусть немного, но счастливее. И у прекрасных представительниц Союза женщин это, несомненно, получилось.